Мемы на Макрона, как президента Франции сажали в субмарину и какой дресс-код теперь у госслужащих в Уганде. Об этом и не только в нашем обзоре. В Японии эвакуируют 400 тысяч человек. Из-за наводнения и ливней в префектуре Фукуока затопило целые города. В префектуре Оита свыше 20 тысяч человек уже покинули свои дома. Потоки грязи сметают все на своем пути. Вода подступила к крышам жилых домов. Эммануэль Макрон проинспектировал субмарину, устрашающую военно-морских сил Франции. На борт президент спустился с вертолета. В интернет попала только одна фотография. Пресса тут же сравнила Макрона с Джеймсом Бондом. А сеть, конечно же, наводнили фото жабы. То Макрон спускается с вертолета к Белому дому, то прямо на трассу велогонки Тур де Франс, то перед Триумфальной аркой. Британского принца Чарльза и его жену рассмешило традиционное пение индейцев Канады. Две инуитки провели голосовую дуэль. Обычно в таких певчих состязаниях побеждает тот, у кого на дольше хватит дыхания. Британских монархов выступление развеселило. Принц Чарльз улыбался и тер нос, а его жена Камила чуть не плакала от смеха. Власти Уганды ввели специальный дресс-код для чиновников. Госслужащих обязали одеваться прилично. Отказаться от декольте, накрашенных ногтей, не надевать прозрачные блузки и одежду с коротким рукавом. А еще наложили табу на нарощенные волосы и африканские косички. Мужчинам предписали носить галстуки и пиджаки. При этом запретили узкие брюки. В Министерстве госслужбы объяснили, наряды чиновников возмущают жителей Уганды.